Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадзи, мы продолжаем с вами проходить игру Коллапс, и это пятый выпуск. Эта часть называется «Святая Земля». Ну что, давайте сразу же и начнем. Так, мы... Да, я так понял, мы были там, теперь мы оказались здесь, прыгнули. Так, и здесь... Эх, нифига себе, там пропасть снизу. Так. Ладно, идем просто вперед. Так вот, мне интересно, вот что вот там он. Ну там просто, наверное, ничего нету. Родан, ты где? У меня не так много времени. Я рядом. Скоро буду. Да, офигенный разговор. Так. Да, ну красиво так смотрится. Да, вот. Святая Земля. Вот это я помню, проходил. А вот и она. Так долго. Если Зиновский заметит мое отсутствие, может все провалиться. Так, это ее. Да, помню. Байк ее. Я пока тут перед ней. Так, это похоже, что такое? У нас проблема. Этого устройства здесь раньше не было. Так, надо вспомнить. Так, эту фигню я помню. Она восстанавливает вот эту вот фигню, медальон, который мы используем, типа магию. А, я вспомнил то, что... Тут, короче, должны какие-то лазеры, вот эти вот. И должны эти лазеры эту штуку поднять как-то. Вот только не помню как. Сейчас посмотрим. Надо вспомнить. Это типа такая вот головоломка в этой игре. Такая вот маленькая. Так. Так, что это за кнопочка? Хорошо. Давай, только быстро. Так, она, короче, будет там стоять. Так, все, один лучик есть. Я буду, получается, стоять здесь. Да, вот два лучика есть. Так, что потом? Вот здесь я помню. Так, погодите-ка. Так, здесь у нас что? Сейчас мы вот что сделаем. Сейчас. Кажется, я вспомнил. Так. Это мы сюда. Так, что потом, блин, я не помню. А вот, потом так. И сюда. О! Я выполнил эту головоломку. Так, это у нас... Да, тут какая-то фигня. Ну чё, погнали? Так, ну вот часть уже пятая, катакомбы. Давайте сразу же пройдем, потому что... Что мы ищем в этом странном месте? Вот эта вот Святая Земля, она очень короткая. Нам нужно деактивировать все защитные октопусы системы. Я пометила их примерное расположение на карте. Мне нужно будет время, чтобы взломать систему безопасности и открыть доступ к центральному хранилищу. Угу. Я их не ожидал. Так,
Их тут они какие. У них такой цвет еще интересный. Че ты встала в одном месте? Сейчас тебя сожрут эти паучки. Их здесь много. Так, ну вот вроде все. Я люблю вот так вот их на мелкие кусочки прям. Так, 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 так. Так, я возьму все-таки УЗИшку. Это я помню. Ага, хотел на меня накричать. Так, дробовик. Так, вот я вот здесь вот точно помню, что сейчас появятся новые какие-то враги. Вот, должны. Эх, нифига себе его. Да. Так вот, да, вот там он будут какие-то новые. Такие вот с мечами. Монстры. А, нет. О, вот они, блин, я еще обосрался. Ну, хватит, блин. Достали. Ну вот такие вот новые мутанты. Новые монстры. Так, аптечка нам нужна. Вот еще они. Твою мать. Думаю, надо было все-таки использовать аптечку. Как я сейчас, в принципе, сделал. Эх, блин. Налетели. Давайте-ка я лучше УЗИшку возьму. Тут много. Я должен сюда наступить. Все, я сделал. Эх, блин! Испугал. Так, надо ей обязательно помочь, а то ее вообще там изнасилуют.
Ага, хотел у меня сзади налететь, крыса. Это тебе не Таджикистан, как говорит мой друг. Вот и все. Так, подбираем псичку. Патроны. Че ты орешь? На нее. Не позволю. Так, сохранение игры. Да как так-то? Не допрыгнул. Сейчас посмотрим, в чем дело. А, вон в чем дело. Надо было просто вот так вот сделать и все. Там даже прыгать-то и не надо. Так, здесь будет этот код возить, Елена. Давай быстрее. Вот, коннектинг. Так, это у нас, я так понял. Ага. Это их не логово, походу. Мне так кажется, мое личное мнение. Здесь очень и очень много мутантов. Так, я сейчас посмотрю. Так, что это там такое? Что у нас вот здесь вот? Вот и все. Ничего трудного. Так, дробовик я все-таки не буду брать. Так, сейчас вон туда пойдем. А, это я помню место, помню. Так, здесь какие-то документы, вот они. Все-таки давайте-ка я возьму дробовик. Для разнообразия, а то бегаю с одним оружием. Блин, самое главное, Елену не задеть. Она, блин, там встала. Ушел.
Блин. О, это красиво было. Аптечка. И идем дальше. Хорошо, что у Елены жизни восстанавливаются сами по себе. Так, здесь у нас что? Здесь, ну, можно взять, только... У нас вообще прям чуть-чуть. Был очень маленький урон. Так, куда дальше пойдем? Давайте-ка вон туда. Сохранение. Ага, секретная зона. Прям на видном месте. Искать-то даже не надо. Так, сейчас она опять тут что-то будет делать. Вводить какой-то код. Вот тут палочка будет подниматься наверх до конца. А мы в это время сейчас будем опять бороться с этими. Чё, и ты на бабу лезешь. О, все. Она сделала это. Все. Всех мы грохнули. Так, а куда теперь идти дальше, интересно? Это я не помню. Кажись, здесь. Да. А, нет, погодите-ка. Нет, это не здесь. Надо идти назад. Надо найти еще такое же местечко, чтобы вот так вот открыть. Надо поискать, сейчас поищем. Так, здесь я... Да, здесь я был, судя по этим трупам. Где же я не был? А, вот, кажись, здесь не был. Да, я здесь не был. Так, ну по-любому, если я сюда наступлю, значит мне кирдык в мясорубке. Так что нужно поаккуратнее здесь. Вот по-любому кто-нибудь отсюда будет вылезать. И вот оттуда будут прыгать, естественно. О, там документы. Yeah.
Куда полез? А, вон где. Ой, куда я стрельнул? Если меня сейчас задел так. Вот почему ему хедшот нельзя ставить? Было бы классно. Иди сюда. О, все, наконец. Мы все открыли. А теперь будем сейчас делать мы с вами добивание. Ну и все. Всех мы убили. Так, там еще аптечки. Все, можно идти. Нет, не туда. А куда ж тогда? Да, вон туда. Эх, блин! Опять червь. Я прям, если честно, не ожидал. Да как так-то? Есть. Да блин, бей. Опа-на! Новая суперкомба, крест-накрест. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте-ка я вспомню эту комбо. Офигенно. Я буду теперь это использовать комбо, оно просто офигенное. Так, погодите-ка, неправильно. Во. Йоу. Опа-на. Нет, давайте-ка все-таки
возьмем этот автомат. Теперь. Да, но то, что вылезет червь, я прям не ожидал. Так, сейчас что-то здесь по-любому будет. Ага. Сейчас она что-то здесь будет писать, да? Так и знал. О, на этот раз будет ее защищать этот радар. Это просто великолепно. А в это время я буду сейчас тут это самое... сражаться. И что это такое сейчас было? Вот эти вот пауки меня бесят, когда они стреляют какой-то херней. Блин, она еще там долго будет этот пароль вести. О, наконец. Все. Наконец. Так, подбираем то, что есть. Все вот это вот, патроны, аптечка. О! Я не мог просто это пропустить. Я должен был обязательно прям это взять. Так, что там за оружие? Надо посмотреть. Так, что это? А, понятно. Ну, это оружие не очень. Я все-таки автомат возьму. Он намного лучше. Так, это что такое у нас? Что за видеоролик? А, это ключ. Елена, где тебя носит? А, Анатолий Николаевич. Как вы и просили, я отправилась за образцами в сектор Б4 с группы Альфа-12. Группа Елена уже давно вернулась на базу. Ты должна быть на своем рабочем месте. Ты нужна мне здесь. Извините, я отбилась от группы. У меня очень ценные образцы. Какие к черту образцы? Самостоятельно шляться по свалке. Ты научный сотрудник, и твое место здесь, в лабораториях. Возвращайся немедленно. Я скоро буду. А что мне делать с этим? Все ключи должны быть у тебя, Родан, и карта тоже. Если Дырявому удастся вернуться из атома с ключом, останется только один артефакт. Как ты думаешь, кто выдал ваше место сходки? Кто? Толстяк в зеленом сюртуке. Зеленый, что ли? Вот ублюдок. Если я не ошибаюсь, он сейчас держит железнодорожный вокзал и давно работает с Зиновским. У него есть ключ-разлом, ты должен раздобыть его. Хорошо, Елена, я добуду его.
Мне нужно спешить. Так, логово зеленого змея. Это мы будем проходить с вами в шестом выпуске. Да, вот. А на этом я заканчиваю пятый выпуск прохождения игры Коллапс. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Пишите комментарии. Надеюсь, вам понравилось. В следующем выпуске... Так, погодите-ка. Чё, всё, да? Так, ну... Короче, это самое. Всем пока. В следующем выпуске будем продолжать.